На финишную прямую выходит прием заявок на ежегодный региональный конкурс компании «Достояние губернии». Масштабный проект призван познакомить жителей Самарской области с уникальными местными предприятиями и организациями. Об одном из его участников в нашем материале. 12 номинаций. Они охватывают все сегменты регионального рынка: промышленности, сельское хозяйство, наука и образование, здоровье и предпринимательство, малый и средний бизнес. Есть и две новые категории – гостеприимные губернии и торговая марка. За победу в конкурсе борются лучшие компании губернии. Так, например, компания «Матон» – один из региональных лидеров по производству кирпича. Сам конкурс дает нам возможность показать жителям Самарского региона, что они могут приобрести кирпич, который соответствует европейскому уровню, уже у нас здесь, в нашем регионе. Компания работает уже 25 лет. Ее продукция представлена во всех регионах России. Для производства используется экологически чистое сырье – природная глина, добываемая на карьерах Самарской области. Наш завод имеет очень широкий ассортимент. Мы производим клинкерный и лицевой кирпич различных цветов и множеством структурных поверхностей. Конкурс «Достояние губернии» проводится вместе с Общественной палатой Самарской области при поддержке правительства региона и объединяет сотни компаний. К участию приглашаются организации, работающие на территории губернии не менее 3 лет. Подробную информацию о конкурсе, а также условия участия можно найти на сайте нашей телерадиокомпании. Руслан Шарипов, Никита Плотников, Андрей Костомаха. Новости губернии.